Посмотрим, кто будет финальным боссом. Последний обычно долго ищет. Хотя сейчас прайм тайм, может быть, сейчас побыстрее найдет. Хотя не, уже не прайм тайм, уже много где ночь. Часа два назад был прайм тайм. Дайте мне Омин Хока в стартовую руку. Ого, Хаймердингер. 7 побед, ну в смысле 6. Причем у него минимум 2 Хаймердингера. Скорее всего даже 3. Это слишком нагло, наверное, да. Вообще, наверное, не стоило это делать. А вдруг мне дадут конспираторы? К тому же у меня ментор есть. Отбиваться. На самом-то деле я это сделал, чтобы у меня Зеда никто не блокировал. Но кто сказал, что Зеда кто-то будет блокировать? По идее, мне надо убить его до 5-го хода. После этого начнется самое ужасное. Я не могу ждать, не надо очень быстро его убивать. У него может быть мистик шот, очень вероятно. Ну что поделать. Если есть, значит есть. Он играет Ancient Elf. Любопытно. Ну, у меня еще есть Зеды. Я не сильно расстроен. Немного страшно так делать, но надо. Fun and interactive. Вылезает Хаймердингер. Не, вылезает Йети. Everything seems to be the problem, my friend. The order rewards its faithful. Looking for this?
высох совсем по картам-то. Пять, семь. У меня еще есть Shadow Shift. Блин. Слишком. А, я все равно только одного могу вызвать. Я это 100% был искал, так что. Окей, это немного страшно. Чуть-чуть не хватает. Сейчас будем блочить целями. Что так делает? Надо сначала идти вот так вот. Хотя я понимаю, почему он так сделал. Так. Ну что, я блокирую задом. Don't want any trouble. My body. The order. Shadow. Step lightly. Resting face. Кажется, у меня пытается заманить ловушку. Я выставлюсь хорошенько, а потом пойду в атаку. Что он очень подозрительно себя ведет. Я так и думал. Stay safe. I'll take it from here. Quietly. Full speed ahead. Catch me if you can. Заморозка там еще может быть, нет? Но видно было, что он специально показывает мне эмоцию, чтобы я расслабился. Я, в принципе, считаю это не спортивным поведением, но я думаю, на 7 победах можно простить, в том плане, что там уже можно ожидать друг от друга понимания игры.
на нуля так на нуля на одной победе так было бы совсем некрасиво делать. Trial complete. Ну вот, 7 побед. Как-то так. Колоду можно пересмотреть? Нет? Жаль. Ну ладно.